Школа окончена, выросли дети, занесены в аттестаты отметки, и наступил знаменательный срок. Два поколения, потомки и предки. Вместе пришли, как на первый урок, праздник. Вместе сегодня мы день этот встретим, праздник разлуки на сцене отметим. Но очевидно для мам и для пап, что навсегда он запомнится детям, только что пройден школьный этап. Здесь они крепли и мир познавали, мама и папа забудут едва ли. Как наши трудности с нами деля, детям тепло своих душ отдавали, наши союзники – учителя. Ждут повзрослевших детей перемены, станут солидны они и степенны. Но не забудут они никогда школу свою, не казенные стены, а ощущение родного гнезда. Трудно живется на этой планете, разные трудности ждут их на свете. Но благодарны, тепло и светло вспомнят не раз наши взрослые дети, как им в начале пути повезло. В этот особенный день хочется... В этот день особое внимание хочется уделить тем людям, которые каждый день старались сделать этот мир лучше, дать нашим детям не только важные знания, но и положительные эмоции, добрые советы. Спасибо вам, наши дорогие учителя, за наших деток, за тот неоценимый труд, который вы проделали на благо наших детей, за ваше безграничное терпение, за ваш такт и умение найти каждому подход. Именно вы научили их не только правильно мыслить, адекватно оценивать обстановку, но и принимать порой сложные, но верные решения. Мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет, силы терпения, чтобы из-под вашей указки вышло еще много достойных и талантливых детей. Любимые, родные наши дети, для нас этот праздник не менее волнительный. Мы растили вас, переживали с вами каждую неудачу, радовались вашим победам. Мы сегодня вместе с вами открываем новую страничку вашей жизни. Пусть выпускной запомнится теплыми словами, яркими улыбками, а глаза пусть светятся от счастья. Смотрите вперед с надеждой и смело шагайте к новым достижениям, навстречу большим мечтам, в добрый путь, наши родные дети, наша гордость, наше будущее. На сцену приглашается Хрущева Ирина Игоревна. Милая, любимая, необыкновенная, разрешите от всех нас, от родителей, вам учить грамотно. Классному руководителю выпускного класса. Вы верный друг для каждого из нас. Спасибо, говорят. И все родители, сплоченнее вы сделали наш класс. И классным были вы, руководитель. Из года в год поддерживали вы, заботой окружали и вниманием. С любовью вам желаем от души успехов новых, счастья, процветания. Самые любимые, самые дорогие, эта песня звучит для вас.